24 часа – это время, за которое планета делает оборот вокруг своей оси. И 24 часа – это время, за которое ты можешь изменить свою жизнь. Продуктивность – это ключ к успеху. Никогда не жалей себя и не старайся успокоить себя отговорками типа «я сегодня сделал достаточно» или «о боже, я так устал». В сутках 24 часа и солнце светит одинаково для каждого. Люди делятся на тех, кто успевает все в этой жизни и на тех, кто пользуется отговорками. Если у тебя достаточно времени, чтобы смотреть сраные сериалы, это есть твой главный диагноз. Иди и делай. Никогда не оправдывайся тем, что ты устал. Окружающие успеют тебя пожалеть всегда. Главное, чтобы ты сам себя не жалел. Делай, делай и еще раз делай. И только вперед!